Привет, друзья! Это я, Гита. Добро пожаловать на наш канал. Итак, ребята, сегодня я нахожусь в Белвиста, который расположен в секторе 48 Центрального парка Гуруграм. Давайте сначала поговорим о проекте. Он находится на участке площадью 48 акров, включая 20 акров вашей зеленой зоны. Это значит, что вы получаете 20 акров земли для вашей открытой площадки, что очень здорово. Теперь давайте поговорим о нашем продукте, который мы вам предлагаем. Это семизвездочные люксовые апартаменты. Они бывают двух типов – студия и одна спальня с гостиной. Сегодня я покажу вам студию площадью 98 квадратных метров. Давайте сначала посмотрим на студию. Итак, друзья, вот главный вход в вашу студию площадью 103 квадратных фута, включая ваш цифровой образ. Так что давайте зайдем внутрь. Так что, ребята, позвольте мне сначала показать вам внутреннее пространство для хранения, просто взгляните на это. После этого вы сможете пользоваться полностью оборудованной кухней, включая всю необходимую бытовую технику, такую как плита с дымоходом, микроволновая печь, посудомоечная машина и встроенный холодильник на вашей кухне открытой планировки. Итак, ребята, напротив вашей кухни находится ванная комната с сенсорным освещением, а ваша зона для купания отличается перегородками, и в этом мы использовали ванну. Это то, что ты получаешь. Так вот, это твоя спальня. В этой комнате ты получишь кровать и два дивана для сидения с очень красивым пространством, ребята. Только взгляни на это пространство и на подвесной потолок, выполненный в стиле поп, и на красивую люстру. Так что, ребята, это еще и семизвездочный роскошный сервисный комплекс, который мы вам предоставляем. Просто посмотрите на пример. Так что, Алекса, пожалуйста, активируйте правую шторку. Хорошо. Так что, ребята, просто взгляните на это и посмотрите, какой вид открывается перед вами. Это просто потрясающе. Так что давайте заглянем на балкон. Так что, ребята, это снова балкон, с которого открывается очень красивый вид. Просто взгляните на этот вид. У меня сейчас очень спокойная обстановка. И еще кое-что, это касается джакузи. Это очень удивительная, очень роскошная вещь, которую мы предлагаем вам, ребята. Так что, ребята, последнее, что я хочу показать вам в этой студии. Это зона вашего гардероба, которую мы предоставляем вам через раздвижную дверь.
Так что, ребята, я надеюсь, что вам понравился наш семизвездочный роскошный, на самом деле ультра-роскошный номер студио с обслуживанием. Так что я надеюсь, что вам обязательно нужно посетить это место. Это просто потрясающе. Спасибо вам!